Сила в правде. Это известная фраза, которую произнес Сергей Бодров. Сегодня отражает все происходящее на Украине. Мы бились за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Поэтому я за президента и его решение стать на защиту простых людей. Дать отпор нацизму, который паразитирует известно за счет. Любая война заканчивается, пусть и это закончится в ближайшие дни.